Вони тривалий час не могли потрапити до своїх квартир. Просто не було доступу та жодної можливості. Після прильоту в цю дев'ятиповерхівку у Салтівському районі обвалилися кілька поверхів сходів. Зараз, коли будівельники займаються процесом відновлення, у людей з'явилася можливість дістатися своїх помешкань. Але побачене у своїх квартирах людей вкотре шокувало. Після влучення було знищено все. Все, що люди наживали роками. Конечно, жутко зайти и увидеть, что все разбито. Тем более все так создавалось годами. Здесь бабушка, которая жила, она занималась искусством, она собирала очень много красивых поделок, и все это теперь разлетелось, и уже кое-что осталось, но сохранить очень сложно. Плюс все коммуникации разрушены, дверь разбита, не было. В подъезде были, лестница была полностью разбита, поэтому это вот фактически первый раз, когда мы сюда зашли. Спустя год уже, потому как нельзя было сюда подняться из-за отсутствия лестницы. У каждого человека вопрос, за что? За что так? Почему так это все произошло? То есть, что судьба сложилась именно таким образом. Есть более тяжелые разрушения, есть люди, которые вообще лишились всего. Здесь хоть что-то осталось, и слава Богу. Мы вот находились прямо в этой комнате. 4 марта в 16:30 сюда прилетело. Муж шел с кухни. Тут сидела свекровь у нас, инвалид первой группы, лежачая. И такой хлопок был, что мы ничего не поняли. Что произошло? А потом муж, когда упал, говорит, ты живая? И меня начал трогать, искать. Ну, конечно, был кошмар. Тут вообще было все белое. Но такой был сильный удар, что у нас разбило полностью, свекрови всю комнату, все двери повырывало, ну, пошла вода, все поразрывало везде. Ну, вот так. Потому что, ну, остались пока мы вот так. Это кошмар. Муж вообще сюда не заходит. Никак. Я его и так говорю, заходи, нет. Он не может сюда зайти. Он даже не садится сейчас ни за руль, никуда. Ну, такой у него стресс видно. Ну, а свекровь, понятно. Больной человек, не разговаривает, лежит. Ну, всегда говорит, ты домой? Я говорю, да, и меня возьми. А куда? Я говорю, куда я вас возьму? Это ужасно. Мы с ужасом думаем, как это все восстановить. Не знаю. Все уже надо выбрасывать, будем так говорить. Все уже пропало, прогнило. Год. Ну, все, что наживали, уже нет. А вложить тут нереально. Внутри вообще кошмар. А полы, ну все, полностью надо все переделывать. Ну что, будем как-то бороться с этим делом. Мы ж не виноваты, что в нас прилетело. Именно в наш подъезд. И в наш этаж. Прямо было прямое попадание. Ничего. Переживем мы этот момент жизни. Ничего страшного. Самое главное, что мы все живы. Вот это самое главное. А так, я думаю, что все будет хорошо. Лишь бы уже закончилась эта вся война. Ой, будем потихонечку что-то делать. Ну, поможет, может, государство хоть как-то нам. Потому что без них мы не сможем. Тем более сейчас. Это все очень дорого, очень нереально. Пострадали третий, второй, четвертый этаж. Обрушены по шестой этаж лестничные марши и лестничные пролеты. Пострадали перегородки в квартирах. На сегодняшний день сделаны лестничные марши, лестничные площадки, включительно до четвертого этажа.
Восстановлены перегородки трех этажей. Все работы с первого этажа по четвертый производятся вручную. Затаскивание металла, монтаж ступеней, сварочные работы, бетонирование площадок – все производится строителями вручную. Делается это потому, что нет другого доступа в подъезд. Впереди у нас осталось перегородки и сантехкабины 4-5 этажей, лестничные марши и площадки 4-5 этажей, плюс утепление фасада третьего подъезда, это 2-3 этажа минеральными плитами толщиной 110 мм, это 55 квадратов. И плюс ограждение лестничных маршев, монтаж и изготовление, и оштукатуривание перегородок внутри, вновь выложенных, и доведение до проектных норм МОПов. Это штукатурка, покраска, грунтовка, место общественного пользования. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Новини Харків.